Друзі, це, звісно, кошмар. Всі порядочні американці вже полягали спати, а я тільки відправляюсь на роботу. І оскільки на вулиці вечір, щось мені підказує, що я буду працювати або в кабаре, або, не дай Господь, в якомусь ночному клубі, де купа дівчат. Не знаю, як я з цим маю справитись. За адресою моєї роботи знаходилось заведення, яке не розчарувало мої нескромні фантазії. Моє рідне місто Чернівці, а його ще називають «Маленький Париж». А я, представляєте, тут у Чикаго знайшов Париж. Тобто сьогодні я себе буду чувствувати як вдома. Саме в цьому місці мені сьогодні запропонували роботу. Має бути феєрично. Добрий вечір. Олег, приємно. Шикарний ресторанчик, бачу, непогана вечеринка у вас намечается. Еще бы! У нас сегодня крутое тусо. Мартини рекой, модные диджеи, шикарные пиджейки. Круто! Випивка та дівчатка – це роботка для мене. До речі, як саме мені доведеться працювати? Може, дівчаток піджейок натирати маслом, так сказати, чи приносити, забирати від них туфельки, купальнички. З туфлями ти попав в точку. І тут бос розповів мені, що сьогодні я буду чистити взуття. Виявляється, в Чикаго є професія, яка називається бутблекер. Людина, що натирає туфлі, аби блищали. Бутблекери працюють в банках, у спеціальних салонах та, як бачите, на вечірках. Я сідаю тут, клієнт сідає там, ставить ножки свої сюди. Можу приступати. Чесно кажучи, вперше в житті мені прийдеться чистити чуже взуття. Не дуже приємно, та вибору немає. І що у нас тут є? Крем для білої обуві, крем для коричневої обуві, крем для чорної обуві, щітка для замша, мочалки для поліровки і такі от полотенечка для того, щоб витирати туфельки насухо, так сказати, щоб блистіли, як кота, зуби. Ну і $1 для того, щоб тонко намікати своїм клієнтам, що треба лишати чайові. Перед тим, як приступити до роботи, треба, звісно, почати з себе. Щоб бачили результат роботки, так сказати. Не встиг полірнути кеди, а народ вже пішов. О! Перший клієнт зразу, бачите, як? Можна каблучок? Ну все, отлично. Тепер можна цілий вечір спеціально показувати тільки туфлі. Клієнти були дуже різні. Слышь, пацанчик, пока ти туфлі треш, може мені подадуть рюмку? Тут можуть вам все подати, ну трошечки далі. Ти профі. Я когда туфли покупал, они так не блестели. Прошу вас. Красивые туфли. Перший приємний робочий момент у мене наступив тільки що. Не встиг покайфувати, як клієнтка поставила мене в тупік питанням, чи пасує її манікюр до туфельок. Прекрасний, розовий, ніжний, вечірній. Дякую. Гарного вечора вам і вам дякую. А у мене сьогодні непогана роботка намічається. Багато гарних дівчаток, ще більше гарних ножок. Є один тільки мінус. Дівчата жалілись, що у них дуже втомлюються ніжки. У Олега начало роботи прошло на ура. Давайте узнаем, какую профессию предстоит освоить Андрюлику. Знаете, что я вообще думаю за США? Что это страна подстриженных газонов. Я сейчас нахожусь в пригороде, иду на работу. И вот вам, пожалуйста, посадка ничейная, с ухоженной, подстриженной ровненько травой. Как так? По адресу, указанному в конверте, меня ждал большущий сюрприз. Детский сад? Здравствуйте. А я, походу, здесь у вас работать буду. Мне нужен начальник этого заведения. You're looking for a job? Ну да. Спасибо. Ага. Здрасте. Меня Андрей зовут. А меня зовут Лариса. Присаживайся. Босс звалась по-нашенски совсем не случайно. Она директор чикагского садика для детей-иммигрантов из постсоветских стран. В Чикаго самая большая диаспора в Штатах. Так получилось, что адрес в конверте совпал с вашим адресом, и, походу, я сегодня у вас здесь буду работать. Окей. Ты знаешь, что тебе предстоит сегодня делать? Даже не имею представления. Сегодня ты будешь помогать нашим воспитателям во всем, что потребуется в течение дня. Развозить воду, расставлять кровати перед сном, выполнять разную другую мужскую работу. У нас помощник воспитателя в детском саду называется нянечкой. То есть я сегодня буду работать американским усатым нянем. Я пошел. Первым делом я отправился в группу к самым маленьким, где нужно было выполнить весьма деликатное задание. Я сейчас нахожусь в яслях. А в яслях главное что? Правильно, вовремя поменять подгузники. Обратите внимание, эта штука называется дайперница. Ну, по-нашему, подгузница. Обратили внимание? Молодцы, а мне еще вычищать нужно. Кстати, за несоблюдение гигиены в детском саду дирекция может получить от правительства штраф в 10 миллионов долларов. Поэтому за подгузницами следят тщательно. Следующая моя задача – поменять воду вот в этой раковине. Дело в том, что группы в садике не подключены к водопроводу. Чтобы не было никаких аварий, там трубу не прорвало. К водопроводу подключена только кухня. Левая канистра предназначена для чистой воды. Правая уже для использованной. Как это, собственно, работает? Когда вода заканчивается, мы слышим вот такой вот неприятный звук. Для этого мы отключаем электричество, отсоединяем канистру и идем набирать чистую новую водичку. Помещение, в котором я сейчас буду набирать воду, находится под замком, потому что в нем хранятся все запасы бытовой химии этого детского сада. Кстати, как мне сказали, в детских садиках Америки система очистки воды такая же, как в лабораториях НАСА. Работает. Сантехник Андрюха, как всегда, с работой справился. У малышей все проверил и наладил. Теперь посмотрим, что нужно сделать в старшей группе. Ребята, сейчас у нас будет Fire Drill Training. Fire Training – это учебная пожарная тревога. Мы услышим с вами громкую сирену, и что мы должны сделать? Строиться. Строиться где? Подвели. Мы должны бежать, толкаться и кричать. Нет. Еще пожарную машину красную. И скорую помощь белую. И полицейскую машину синюю. Оказывается, я как главный усатый нянь должен был контролировать урок пожарной тревоги. Тренинг «Пожарная безопасность» один из самых важных. Он проходит здесь каждый месяц. Итак, маэстро. Моя задача стоять в дверном проеме, чтобы дети при выходе не положили пальцы между дверью и дверным косяком и не травмировались. Сюда, сюда заходим. У американцев целая традиция, связанная с уроками пожарной тревоги. Часто на такие занятия приезжают знаменитости. В чикагских детских садах пожарную тревогу частенько контролирует бывший игрок Chicago Bulls Майкл Джордан. Детки эвакуировались менее чем за 2 минуты. Давайте похлопаем друг другу. Ура, молодцы! Это была не настоящая тревога. Можем все возвращаться в свои классные комнаты, или как это у вас это называется? Андрюха справляется с обязанностями пожарного контроля не хуже Майкла Джордана. Давайте заглянем в гости на вечеринку, где Олег усердно чистит посетителям обувь. Прошу вас. Професійний бутблекер обслуговує в день більше 300 клієнтів. Чому так багато? Тому що кожен клієнт – це чайові. Гарного вам вечора. Мужчина, ви хотіли підійти? Дами завжди звертають увагу на обув мужчини. Отлично, чувак. За статистикою, 50% жителів Чикаго знаходять свою другу половинку на вечірках. Так що не виключаю, що на сьогоднішній тусовці начищене взуття допоможе комусь знайти судьбу. Які у вас плани сьогодні на вечір? Планы, как у любого нормального пацана. Покадрить девчонок под классную музыку. Надеюсь, диджей Тимофей сегодня не подкачает. Ты ведь слышал о нем? Говорят, у него украинские корни. А, диджей Тимофей? А я чистильщик Олег. Не унывай, чувак, у тебя все впереди. Будете дивитися особливості національної роботи тепер? Дивитися на свої туфлі і ще раз захотіти дивитися ICTV. А баблішко то капає. Цікавий факт. Взуття було придумане в Індії. А знаєте як? Є таке каучукове дерево. І люди робили в ньому надріз, запихали туди свою босу ножку, каучук накапував на ногу, воно застигало і получався такий водонепроникний калош. Эй, брат, это ты здесь, мистер Шус? Прошу вас, подходите. У меня всего пару минут, я ужасно спешу. Я, кстати, тот самый диджей Тима. И толпа уже завелась, хотят услышать мой новый сет. Ну ничего себе, представляете, я зараз чищу взуття справжньої звезди. Цього діджея я знаю вся Америка. Ну тепер будуть звертати увагу не тільки на ваші сети, но і на ваші туфлі. Діджей Тіма просто розірвав зал, а потім у перерві розповів мені, як живеться в Чикаго. Здесь круто, потому что в городе живет много девчонок из Украины. Американки с ними ни в какое сравнение не идут. Вы, украинцы, счастливчики. Перерва закінчилась, треба було повертатись до роботи. Отполируешь мне туфельки? О, это все? Как жаль. Ты такой обаяшка. Нэнси, дай $2. Гарного вечора. Гарні ножки і туфлі. Дякую. Гроші то капають, Олежик. Роботку закінчив. Ну что, как все прошло? Не скажу, що я кайфанув, аж так, ну, нормально, я справився, я думаю. Тут, кстати, девчонки жаловались. Говорят, ты уж слишком на их ножки пялился. Но я тебя понимаю. Держи бабло. $60 за таку роботку отримав я. Ну, нічого, ви знаєте, і це добре. Зато з дівчатками позаігрував, за це, в принципі, тільки що і получив чуть-чуть. Ну а мы вернемся к Андрюхе в детский садик. После занятия пришло время подкрепиться. И я должен доставить еду с кухни в детскую комнату. Угадайте, что дают на обед в американском детском саду? Супчики, макароны по-флотски. Перед тем, как раздавать еду детям, нужно убедиться, что температура супа не ниже 145 градусов по Фаренгейту. Измеряем. При такой температуре, даже если какой-то микроб не попадет в еду, у него не будет шанса выжить и навредить детям. В этих перчатках работать капец как неудобно, тем более, когда у тебя 5 минут и нужно накрыть 15 порций для детей и довести этот обед, чтобы он не остыл. Поехали. Детки, обед. Хлеб. Еще хлеб? А, держи. Так, арбушек нет, закончились, забрали. Я тоже был маленький, так боролся за нее, а потом вырос, думаю, смысл. Кому салат? Тебе? Будешь салат? Нет? А вот этого мальчика зовут Олег. Олежа? У меня тоже есть мальчик Олежа. Через 15 минут у детей по графику тихий час. Я сейчас буду расставлять вот такие вот кровати. Дело в том, что в целях рационального использования пространства кровати выставляются только на 2 часа с 13 до 15:00, а затем их снова убирают. Пока будут отдыхать от своих важных дел, там, игр, еды, а я продолжу работать. Пока дети спят, мне нужно привести в порядок поверхность вот этой детской площадки с помощью граблей. Песочницу особенно тщательно нужно програблить, потому что велика вероятность, что ночью здесь мог нагадить пробегающий скунс, енот или белка. Иногда может даже заползти змея. Нужно быть очень внимательным и очистить детскую площадку от всех опасностей. Как вы могли заметить, площадка покрыта специально обработанными опилками. По ним можно даже ходить босиком. Занозу загнать невозможно. Как они это делают, непонятно вообще. Фух, вот и закончил я на сегодня работать. Интересная была работка на самом деле. Пообщался с детьми, они мне передали свою энергию молодости. Мне терпится узнать, сколько платят нянечкам в американском детском саду. Босс, ну я вроде все сделал. Дети у вас классные, культурные, воспитанные, вырастут реально добропорядочными гражданами США. Как насчет там продолжения диалога? Я довольна твоей работой, Андрей. Ты сегодня отлично помог нашему персоналу. Детям с тобой было весело. Спасибо большое. Thank you. Вот это твоя зарплата. Надеюсь, мы не разочаровали тебя. Спасибо. Ну, $80 я сегодня заработал за такую, ну так скажем, нелегкую работу. Спасибо вам огромное. До свидания. Ведущие заработали отличные деньги. Но Чикаго входит в топ самых дорогих городов мира. Что за отдых смогут позволить себе ведущие в американском мегаполисе? По правилам нашої передачі, всі чесно зароблені нами гроші ми можемо потратити на будь-який відпочинок. Ну, так получилось, что мы с Олежиком заработали не сильно много денег, и на отдых пойдет только один из нас. А отдых сегодня будет игра NBA Лейкерс против Chicago Bulls. Баскетбольчик. Не-не-не, Андрюша, мимо. Знаешь, я від дитинства фанат одної американської ігри. Вот ты понимаешь, я знаю все правила, я знаю всех игроков поименно. Берут патек, бьют и бежут. А ты прям шаришь, я смотрю, в этой игре. Да? Ну, так как деньги у меня, пойдем сегодня на баскетбол, друзья мои. УЕФА. А, что, Андрюша, порезал тебе эфирчик, да? Давай сюда бабки. Лишайся спокойной душою тут на лавочке, а я иду и кайфану. Слышишь, ну там как бы не сильно честно все было. Ось так, друзі, я відправився подивитись на свою улюблену гру бейсбол. Класний настрій у мене, шикарний настрій у всіх людей навкруги. Адже сьогодні найкращий місцевий клуб White Sox приймає у гостях Лос-Анджелес Анджелс. І оце я називаю справжній американський відпочинок. Вау! Оце я розумію стадіон. 60 000 людей. І один я не знаю, де мені сісти. Треба запитати у людей. Excuse me, sir. We danced in the moonlight, held hands in the park. Пока Олег кайфовал на бейсболе, я бродил по улицам Чикаго, как когда-то Джек Лондон. Меня одолевала грусть и печаль. Вкалывал 2 дня, а в итоге отдыхаю как безработный. White Sox! White Sox! Коли твої куміри програють, це, звісно, обідно. Але не кінець світу. Адже завжди можна підняти настрій чимось смачненьким. Саме так знімають стрес всі американські бейсбольні фанати. На території стадіону навіть ходить своя валюта. Називається White Sox долари. І іменно за них я зараз буду купляти собі поїсти. Чикагські хот-доги рахуються самими смачними в Америці. І тут є традиція постійно на бейсболі купляти отакі от хот-доги, то що вони з спеціальними спеціями. То, що спалив піднебіння, але дуже вкусні. Андрюш, Андрюлик, Андрюшечка, Андра-так, Андрюш. Как бейсбол? Честно, скука полнейшая. Ой, да что ты знаешь о скуке, Олежа? Да вот то и знаю, 2 часа я про скуку. Андрюлик, короче, на подарунок від мене. Сокс. Ну, що було? А Chicago Bulls не було? На другий раз підемо разом і купимо. Мир, дружба, жвачка. Да. Я понял за цих 2 часа, знаєш що, Андрюш? Що? Що лучше їсти 1 хот-дог на 2, чим купити собі великий торт і не мати з ким поділитися. Сильно сказав Олежик Шевчук. Отлично признал это. Андрюлик Зрожевский, теперь счастливый. Особенностью национальной работы 3-й сезон. Будьте вместе. На ICTV. Пока.